телепатических воинах. Я был любимцем. Я дал им то, чего они хотели. Я дал им крови. Говорят, связь с матерью вызвала у меня жажду убивать. Он был первым прототипом. Благодаря улучшенным рефлексам он был непобедимым убийцей. Когда брат нашел меня, он пустил пулю мне в голову, но наша телепатическая связь не прервалась. Словно проклятие. Мы связаны кровью. Согласен, нам нужно уходить, но она... Где эти козлы? Робертс, твою мать, неужели так сложно заключенного обезвредить? Робертс, как слышишь? Живо тащи сюда свою костлявую задницу! Отвечай, черт возьми! С этой стороны тоже бесполезно, совсем не поддается. Никак. Господи, с тобой там все в порядке?
Эй, там звук отключат. Алло. Говорю, звук отключат. Черт, это он! Вы меня слышите? Все сюда, он на свободе! Забудь, тебе не выбраться отсюда! Где он? Ты его видишь? Пациент, о котором они болтают? Не знаю. Он как-то связан с той фигней, что творится на севере. И все? Все, что знаешь? Мне известно, что он ненавидит слишком любопытных идиотов. Как быстро это все вернется к тебе? У нас пара дублей. Дубли? Да, двоек, тупица. Я в курсе, с какого хрена называть их дублями? Ты что-нибудь слышишь? Не меняйте. Давай уже продолжать. Он знает, что проиграл. Нет, нет, эй, серьезно? Показывай карты уже. Две пары, короли и двойки. Фулл хаус, дамы и дубли. Надо же, разозлился. Теперь ведь бойкотировать нас будет. Сходи нахуй. Пофиг, пусть дуется. Раздавай. Черт, он на свободе! Цель слева! Бляха, не высовываться!
стреляйте по нему! Повторите, право 2-5. Кто на свободе? Право 2-5, как слышите? У нас нарушитель? Прикройте! Понял. Отряд продолжайте! Ты видел это? Да уж нет, твою мать! Нет! Обеспечьте огневое прикрытие! Какое-то поражение! Устала. Бля! Он в меня попал, подходи! Шевелите булками! Осторожнее с фонариком, он может тебя выдать. Всем оставаться на указанных местах, никуда не уходить. Нет связи! Никого! Учти, что если один из этих мутантов сбежит, командование хотело бы, чтобы ты оставил его живым. Но это не обязательно. Кто у вас? Здесь все чисто, идем дальше. Ложись! Отряд, продолжай! За ящика! Дело! Граната! Ты его видишь? Мы разговаривали. Ее ты пойло извиняла солида? Назад, подходи! Бросаю гранату! Ящика! Ну и фигня, видели? У нас большие потери! За ящиком! Ложись! За ящиком! Зараза! Его убили! На позиции! У нас вражеский объект! Цель внизу! Отряд, выдвигаемся! Ты его видишь? Да хрен не вижу хрен. Объект! Прикрывай с тыла! Здесь! Ниже! Назад, вашу мать! Объект движется по лестнице! Меня окружили! Меня ранили, блин! Я под обстрелом! Ты
Что ты понял? Отголься! Мне нужна помощь! Закрой меня! Черт, нужно срочно по! Ломайся, парни. Ее ты понял, извиняй, на солида. Граната! Бля!
Вижу противника. Центр, докладывает Янки 4-1. Удерживаем позицию в столовой. Если он доберется сюда, мы его возьмем. На стреме! Все смотреть в оба! Я на позиции! Ложись, ложись! Граната! На позиции! Отряд, выходим! В дерьмо! Занимаю бомбу! Нас рвут на части! Меня ранят! Сука! У нас еще один труп! Бляха, не восстановлен! Объект направляется наверх. Перехватить его!
Слепая поддержка. Боец убит! Всем отрядам, при стрельбе был поврежден газопровод, из-за чего пострадала линия электропередачи. Будьте осторожней.